Всем привет! Давно собирался снять эту акцию, но все никак не доходили руки. Первый раз купил пачку чипстерс, которая участвовала в акции, но мы ее потихонечку съели. И вот купил вторую пачку и решил наконец-то снять это видео. Итак, давайте разбираться, что же это за акция и в чем ее суть. Это акция от чипсов Chipsters. Это не совсем акция в плане розыгрыша призов, но тем не менее на ней есть вот такой вот акционный промо-стикер, и давайте посмотрим, что же в ней такого может быть интересненького. Итак, вы в магазине можете наблюдать вот такие вот пачки чипсерс, на которых есть такая промо-лента и на которых написано Chiller Mask. То есть, очевидно, это и есть название акции. Кстати, акция действует с 10 марта по 31 декабря 2021 года. То есть, до самого конца 2021 года она будет действовать. Что же здесь есть такого интересного? Первое, стикер «Находи», камеру «Наводи» и в сторис с маской «Выходи». То есть есть вот таких вот три шага. Так как мы уже одну пачку такую открыли, то у меня есть вот такая вот штука. Эта штука как раз находилась внутри первой пачки. И здесь на обратной стороне есть такой QR-код. «Сканируй меня». И, соответственно, видите, можно найти вот этот вот стикер, навести сканер на этот QR-код, и тогда у вас появится маска, с которой можно выйти в сторис. Ну или вообще, в принципе, наверное, появится маска. Я не знаю, как это все будет сделано, но мы попробуем разобраться. И видите, здесь такой чувак сидит на одной чипсинке в позе йоги. Хьюстон, у нас chill час. Посмотрим, отсканируем. Давайте посмотрим, что есть здесь на обратной стороне вот этой промо-ленте. Может быть, что-то есть интересненького. В середине акционных упаковок может находиться стикер с QR-кодом. То есть может, а может и не находиться. По техническим причинам стикер с QR-кодом может находиться не в каждой акционной упаковке. Претензии в случае отсутствия стикера с QR-кодом не принимаются. Стикер с QR-кодом можно использовать как наклейку на предметы. Ага, то есть она еще и клеится. Также стикер с QR-кодом может предоставлять доступ к Instagram-маске. Для использования Instagram-маски обязательным является наличие приложения Instagram. Для использования Instagram-маски необходимо навести камеру телефона на QR-код стикера, находится на обратной стороне стикера, и перейти по ссылке, которая появится и автоматически переадресует в раздел Stories Instagram. После этого можно использовать маску. Если после наведения камеры телефона на QR-код ссылка не появится, необходимо дополнительно использовать приложение со сканированием QR-кода. Так, отлично, давайте тогда распакуем вот эту пачечку и посмотрим, какой же там будет стикер. Кстати, эти чипсы мне обошлись, если не ошибаюсь, 18 гривен с копейками, а первую пачку я вообще покупал по 25 гривен, ну то есть не сильно дешево. Эта пачка весом, сейчас найду, где здесь вес. Эта пачка весом 120 грамм со вкусом мяса гриль. Открываем. Находим наш стикер. Сам себе хрустю называется. Тут тоже есть QR-код. И она вот такая вот желтенькая. Давайте попробуем одну чипсинку. Чипсы, кстати, очень прикольные. Мне нравятся. Так, и давайте теперь посмотрим на эти QR-коды. И сейчас будем смотреть на эти QR-коды. Распаковываем. Первая карточка. И, блин, попробуй открой. И вторая карточка. Теперь мы берем наш смартфон. Я открываю сканер QR-кодов. И вот не успел навести, уже у меня отсканировался один из QR-кодов. Идет ссылочка. Нажимаем на эту ссылочку. Нажимаем Chrome. И, скорее всего, у нас сейчас будет переадресация в Instagram. Я не знаю почему, но маска у меня не сработала. Сейчас попробую вторую отсканировать. Вот она отсканировалась. И открываем снова вторую ссылочку. И я не знаю почему, но у меня маска это не сработала. Возможно, у вас она сработает, но у меня вот
Никак она не появляется. Короче говоря, сначала у меня почему-то не получалось активировать эти маски. Но потом, уже после съемок, я решил попробовать еще раз сделать активацию. Проделал все то же самое, и, о чудо, у меня маска активировалась. Сейчас я отсканировал первый QR-код, зашел по ссылочке, и вот такая вот масочка появилась. То есть вот такой вот чувак в космическом скафандре. У него на груди написано «Chipsters». И в руках тоже вот такая вот пачка чипсов «Chipsters». А вверху написано «Нажми, чтобы получить предсказание от Chipsters». И после того, как вы кликаете на это название, то у нас вот меняется фон и написано «Межгалактический чел с Chipsters Паприка». Вот такой вот крутой чел у нас появился на экранчике. Кстати, вот если экраном шевелить, то вот перемещение происходит такое. Ну, очень прикольно, мне маска понравилась. Теперь можно посмотреть, что же за вторая маска у нас там есть. И я отсканировал вот вторую маску, и если здесь открывать рот, то получается, что чипсинка летит прямо в рот. Вот один хоп, второй хоп, третий. И таким образом можно кушать чипсы виртуально. Вот такая вот получилась вторая маска в Instagram у меня по второй карточке из чипсов Chipsters. Вот такая акция от чипсов Chipsters действует до конца 2021 года. Если вы будете покупать Chipsters, то знайте, что внутри находится карточка, отсканировав которую, вы получите ссылочку в Instagram на определенную маску. Всего их 15 штук. И таким образом можно весело провести время и записать сторис вот с такой вот маской. Очень прикольно. Если вам нравится видео, обязательно ставьте лайки. Подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Всем удачи и пока-пока.